Вечером 13 ноября около дома по адресу Кузнецова 4А был убит 30-летний мужчина. Тело было брошено прямо на дороге. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Соседи наблюдали за происходящим ужасом из окон и с балконов. В кухне посмотрел, да, милиция стоит, и человек на дороге лежит весь в крови. Не у подъезда, а на дороге был. Прямо на дороге? На дороге прямо. Машина прямо перегородила, с милицией была и вся. Никого не пропускали. Он лежал мертвый уже. Забрали одного из-за дома, наверное, там поймали, машину посадили, увезли, и все. Ну, я приехал, вот здесь вот уже лежали. Все, уже как бы все произошло. Потом, когда домой поднялся, мне рассказали, что тут была драка, что тут как бы кричали, все орали, что зарезали. Я-то думал, просто лежат. Ну, мало ли, что пьяные лежат там. По словам жильцов этого дома, в одной из квартир первого подъезда постоянно собирались шумные компании и употребляли алкоголь. В трагический вечер погибший проводил время в этой квартире. Хозяйка от комментариев отказалась. Угу. Все время пьяные сборища, да? Да, у них там и дети, и все бедные. И мужчины тоже, получается, были, да? Посторонние, да. Сказали, что погибший как-то был связан с вами. Ну и убиваемый тоже был связан со мной. Я не хочу ничего говорить, вы знаете все прекрасно сами. Зачем вы сейчас встаете этими вопросами? Понимаете, мне и так тяжело. В настоящее время личность преступника установлена. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Котласа. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление убийца может ближайшие 15 лет провести за решеткой. Расследование продолжается.